Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Помимо молодых людей, которые устроили скандальный заезд по улицам Краснодара, вызвали в полицию, они носились по городу. Это продолжалось довольно долго, но закончилось все и вовсе избиением пенсионера, который сделал им замечание. Павел Кузнецов продолжит. Дрифт-шоу рядом с оживленным шоссе. Одна ошибка и серьезной аварии не избежать. That's a crystal. Мать вас! Надо поднять! Yeah. Африки идут на хуй! Come on, fuck me, let's go in, motherfucker! Come on, fuck me now, motherfucker! Туда, где забыли, мы всегда успеем, смехеемся. Потом хлещем хэнни и гоняем. Ну, он боком дает. У них мама есть. Они соображают все маски, включают. Нет, это он вообще не соображает. Рок-пером подвигнули, сука, не успеешь на жопке. Ебать видос, ебанутый, Вась. Я вчера бабушку зарезал, прикинь. Так, первое, что мы делаем, когда слышим автомобиль? Сейчас присоединимся, у меня безопасность. А ты что, долбоёб, убери нахуй, что терпила, блядь. Дальше что делаем? Дальше по правилам. Сейчас все поставим. Иди понял? Нахуй. Дай машину. Я спрашиваю, брат, в салоне все присоединились. Иди нахуй. Я ничего, легенда. Ну как будто у меня не такая, понял, ситуация. Заткнись, брат. Арбез, как себя делаешь? Делаешь? Да. А, все нормально. Как-то. А, брат. Ебать, брат, я за. Здесь сидеть, как оброс, я в ахуе. На этого? Он больше всех оброс. Да. А я буду за рулем или Сэм? Не понял. А это Сэм. А, это я. Или это Сэм? Это ты. Нет, это Сэм. Сэм, татуировки нету. Это Сэм, это не я. Татуировки нету, и очков нету. Ебать, машина хорошая! Я на то и понял, нормально, не мог даже тронуться. Да, ну да. Поклянись. Газ отпусти, переключай. Что ты делаешь, блядь? Нормально вставляй, блядь. Это встану. Первое, там бою. На дорогу смотри, мы уже, блядь, в обочине. Этот не форт. Это не надо вставлять, передатчик есть. Ладно, ставится? Ну, конечно, ставится. Ты думаешь, да КамАЗ, блядь, хэрт, блядь. Я на нее вряд ли, поэтому не похуй. Что ты делаешь? Сын, брат. Давай еще раз. Давай, блюдо. Иди нахуй, не буду подбирать, да. Что упало? Что упало, то пропало. На эту паутину рано, нихуя она здесь припарковала. Ебать! Сил, послушай. Ты, дай, ты идешь или я уйду? А чё с Сэмом? Газозоры, банады. Ой, блядь, извини, брат. Бля, ну я очень сильно научился дрифтовать, брат. Я прям научился, понял? За последние, сколько тебе сказать? Вот последние вот 2-3 месяца обратно у меня страх, понял? Ушел. Раньше я боялся, что опять въебусь. Сейчас похуй же. Тогда пошли, как нас крутануло здесь. Пиздец. Я даю, прикинь, меня первая жизнь перекрутила. Пришлось круг, да? Не растерялся, жесть. Да, с первой на вторую дал. Ух, тут. Блядь, не работает всегда. Бля, не хочешь, чтобы этот видос заканчивался. Что делать? Давай сейчас зарядка. Да вынес, Вася! Спокойно сюда, ёб твою мать, блядь! Как он во вкус вошёл? Он даже не вырубается! Вася, выкручи, Вася! Панорема, смотри, панорема! С мёртвыми друзьями курим в оркестровой яме, хоу! Не стой рядом с нами,
А что, еще одна есть нарезка? Да. Он очень хорошо научился делать. Подожди, брат, а зачем так поехал? Ты откуда знаешь, что так быстрее по-любому? Смотрим лето. Я московский озорной гуляк. На Кутузу выезжай, толбэк, куда ты едешь? Вот какая соля вам. Что, караоке, блядь? Вечер добрый, уважаемый. Пацаны, а как доехать до Арбата? Прямо, да, по платке в ебу, правильно? Все, Сал, все, брат. Сосну, мой хуй. Даже не знаю, какой адрес этого буч-кафе. Новый Арбат, 15. Все, спасибо. Вот это тебе? Да, да. О, ебать, номера польские. Курва, пердали. Мои деньги, готы, это golf money. Мой бро привез бок из Польши, как Яти. Мне не важно, что ты говоришь сзади. Эти MC стелятся под всех, как бляди. А, вот Гуша. Ты точно да, я представляю, брат. Я сейчас тоже себя не очень чувствую. Как все здравствуйте. Нас нету? Меня обманывают. Им скажите, они не верят, вы смотрите. Смотрите, они... По поводу, можете, пожалуйста? Да, вот. Чего? Ну, вы что здесь снимаете? Просто, что здесь снимать? Либо здесь снимаешь. Что здесь снимать? Я просто не понимаю смысла. У нас сейчас нет. Я же вижу, что есть. Если нету, мы пойдем, ладно. До свидания. Сейчас переоденемся будет. Пошли переоденемся, придем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а можно забронировать столик? Сэм сейчас ход ногой делает. Сейчас он забронирует ногу. Что, это дверь, да, приходите? Переиграно, блядь, да. Ну, пойдем. Пойдем переоденемся. Пойдем переодеваться. Так, знаешь. Прям похуй, сам переоденемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот за этот стол? Да, как за этот стол? Я ничего не знаю. Смотри, трипы вот, брат, это, брат. Представляешь? Я правда говорю, я ничего не знаю. Ну, реально решает как-то одеть. Завтра я полюблю тебя снова. Бля, их как спалили, помнишь? Только за эту тему говорим, и пост вылетает. Сразу же там нарезано. Вы спалили? Да, она с этим, с дрифте встречается. Как его перфекту, бля? Warfacer. У нас так... А? Warfacer, бля. Бля, это Томми Шарк, блядь. Ну, они подходят друг к другу, брат. А чё, тогда бы нарезок не было, если бы подходили? Ну да, тоже это же, блядь, а когда не подходили? Все бесконечно ново. В мире, где ты я. Мне, мы думаем, блядь, интересно, кто это тип, понял? Типа его никто не знает. Типа. Да, и пост выкладывает. Падают с неба звезды. Рушатся города. Но не бывает поздно. А что такой сладкий, блядь, пирожочек? Нет, я ничего не говорю. В мире, где ты и я. А что Равшан курит здесь? Сигареты? Электронка, нет. Не, если он рядом со мной, по-любому сигареты курит. Если рядом со мной, по-любому сигареты курит. Я его не пускал электронки курить. Мы всегда сигареты курили когда вместе. Они какие сладкие. Да долбай, у них же отношения были, ты не знал? Полгода? Типа не знал сейчас, блядь. Полгода, брат, Равша пассив был. В мире, где ты и я, на повторе. Так что ебал, больше не будешь шибриться, нахуй, никогда. Я буду так говорить. Ты девочка, сними меня. У Равша, кстати, когда пьяный, у него хриплый голос становится, понял? Когда пьяный, очень. Отвечай за свои слона. Что, вот. Сегодня, с 27 апреля 2023 года, я больше, нахуй, не с ним не шиперюсь, мне похуй. Девушки стримишь, меня боятся, нахуй. Я... приехал. Вась, а что с ним сделали? Ты че, долбоёб? Ты че, ебанутый? Я, бля, бетон заебал в каждой нарезке уже, сука. Ленар! Кто это сделал? А! Кто это? Танчи! Бля, ебать, лето охуенное было, сука. Это же лето было? Это апрель. Маму ебал, так быстро время идет. Апрель это был? Как будто вчера было, да? Бля, я думал, это июнь. В июле у нас... Все вокруг остановилось, люди прут туда-сюда. Где мой вайп, тут в каждом третьем блоке. Бля, ебать, это прошло, брат.
счастливый я. Бля, Сэм очень... Сэм каждый месяц меняется. Вот Сэм, он меняется вообще, он разный становится всегда. Голод душит мою душу, кто-то в слюни и в крова. Но не я, снова сон потерял. Брат, блядь. Да нормально все тут, блядь. Я камеру автоматически жопаш. Это бедлам, в угаре тут каждый второй. Бля, ебать, ностальгия, Вась. Бля, мне сказали сделать движуху. Сэм сказал, позови людей, я и позвал, блядь. Там, блядь, все приехали. Человек 50 было, не навды. Друг с другом никогда. Брат, 50, не даже больше 50 было, нет? 50 в моменте, да, там очень было. Все ради того, чтобы не чувствовать боль. Кругами ходьба кривая, поставим и целопана кто-то. Бля, ну я там завез ебануто, я просто камеру не отдавал. Да, завоз там. Бля, не хотели, чтобы стрим выключил. Да они заебали меня, Рина, делай, делай. Говорил счастье, нельзя горой сансары, колесо давило, судьбы многим наружу, но трогай. Антика здесь Синди, кажется, выпила или? Как там мне форзлинивался? Я же говорю, на мой городу, молодец, но зеленый. Бля, ну мы легенды, брат. С 12 запускали стрим, до 4 утра бухали, провожали людей, готовили, кайфовали. Вместе с ними до Талова бухали, брат. Потом еще шумели, и потом еще запускали обратно. Да, помнишь, когда в кухне в той сидели, бля. Шалава не дала, бля, там. Где-то там на высоте, до которой не достать. Пацан, лишь когда вы умрете, будем эти видео пересматривать и плакать, дай бог. Дай бог, брат. Нет, с Магой, мы, я помню, как сейчас познакомились. Он подъехал на F30 к суп-кафе. И там мы разговорились и познакомились. Ты еще Равшан на коврик. Да, ну ты там стоял уже. А он сказал, да? Да. И оттуда мы начали знакомиться и пошло-поехало. Да, я как раз думал к Равшану, я до этого с ним переписывался. Я коврик хотел подогнать. И он как раз подъехал, я сразу... Делаешь в ебалке его нахуй. Ярче, где звезды плачут, уа. Так нет, ты же с Синди не был там знаком, ты же когда с нами был, познакомился с ней. Да, да. Они говорят, типа, ты до этого с Синди был знаком. Не-не, я с ней в доме познакомился. Он с ней в доме познакомился. Мы что-то разговорили с ней. Зарубай, нарисуй, покажи. Бля, слышь, я не могу, меня вот эта хуйня напрягает. Может, на лысо меня ебанем нахуй? Вот на это посмотри, вот это, я не знаю, я усеть стал уже посередине. Взлетно, пацаны, все. Какой здоровый этот гандон. Машина, шкаф. Ебаная. Особенно его обтягивающие штаны. Без... Смотри. Это реально, бля, где золокосинка? Ебалый рот на эту хуйню. Бля, это здесь я спалюсь, да? Членом в детстве. Маля, не вставляй это. Почему вот, смотри, вот здесь вот. Блядь, это пиздец. Я куда хуёв. Бля, ебать, видосы классные. На Twitch FM полился. Да? Да. Мажорка стил. О, Сергуш, мой брат. Всем привет, всем отличного дня. Начинаем новый ролик, обязательно смотрите. Закажем машину, то есть, ну, через раз, мы поможем ему, точнее, оплатить эти машины больше, чем полмиллиарда. Или просто представьте, полмиллиарда реальных денег, это капитализация. И вы увидите их наличными почти. Да, то есть, реальные деньги,
который человек вкладывает в свой капитал. Представляешь, настолько он верит в это направление. В общем, смотрите, будет максимально интересно. И также в самом конце этого ролика будет та самая возможность для каждого. В общем, смотрите, не упустите, чтобы потом не было сообщений, что я не увидел и так далее. Вот, в общем, я вас предупреждаю заранее. В общем, приятного просмотра. Я не забуду твою улыбку и холод так тебя пойдет по душе. Как они выглядят по-братски на них? Надо, братан. Уже хуй с ней, брат. Я не забуду твою улыбку и холод так тебя пойдет по душе. Ребят, давайте честно, за последний вот этот год, но больше нас же никто контента не делал на Твиче. Ебать, лодки, гонки, взрывы, хуй его знает, футболы на машинах. У вас как Сочи вот пошла, да, все, да, нон-стопом у вас. Да, дрифты, гонки, вот стримхаты, блядь. Даже стримхаты, которые мы не планировали как стримхаты, вообще не планировали, заходили, там люди разделились на два типа, дневные стримы и ночные стримы. На ночные стримы даже больше народ заходило смотреть и как кайфовали больше. Сидите, да, да, прикинь. Вторая хата обломала, знаешь, которая просто стояла. Какая? А, можно было одну на большую силу. Душа, тебя повсюду, искать ошибки, и глаза на жимке оказались... Бля, жалко Сэма, хороший пацан был, реально. Не знали вы? Не хотел говорить, он лысый теперь. Бля, у него хуже всех начали волосы расти, я из-за этого тильтую. У него прям пиздец, как они очень, как это, редкие, понял, у него сами по себе. У меня, видишь, то, что вот и у Равшана, брат, у нас даже размер одинаковый, но у нас густые они, темно, но понял? Ну, как говорит, зато два ляма. Ну да, блядь. Уже. Не прошло и месяца разлуки, мне больно на других смотреть. Но запомни, таким как я не будет, ни один из них ты мне поверь. Как можно было тебе... Всё, что ли, блядь?